Терезия Хайнталлер, почетный профессор христологии ранней церкви и богословия христианского Востока Высшей философско-теологической школы имени Святого Георга, Франкфурт-на-Майне, Германия. Продолжатель научно-исследовательского проекта «Иисус Христос в церковном вероучении». Вы говорили, что учились у Грильмайера. Не могли бы вы сказать пару слов о вашем учителе? Мы даже с ним вместе работали с 1986 года. Он не был, собственно, моим учителем. Но я работала с ним вместе и, конечно, много у него научилась. Я хотела бы сказать, что у меня вызывает восхищение, что он первым из всех прочитал и изучил тему от начала до конца. Он просто читал и делал заметки. А затем пытался найти всю научную литературу по теме, обдумывал все и понемногу писал. Поэтому можно сказать, что он был действительно открыт и готов поделиться тем, что он изучал, готов строго придерживаться текстовых свидетельств, готов в результате изложить все так, как может лишь понявший свой предмет человек. Он также был способен выяснить исходный смысл, исходную мысль, которую выражали те или иные авторы, которые не были восприняты последующей традицией. И отдать им должное, отдать должное их точке зрения. Ведь это также может обогатить наше понимание вопроса. Вы говорили, что продолжаете это начинание Грильмайера. Почему так важно продолжить его? Какова его цель? Для чего он? Я продолжаю работу Грильмайера над пониманием Христа в христианской традиции. Цель этих исследований — сказать, что мы должны ясно нарисовать картину христологии каждой из поместных церквей. Какова их позиция в этом вопросе и как она выражалась во многих литературных жанрах, не только в трактовках по догматике, но также в проповедях и даже в монашеских правилах или гомилиях, в чем угодно. Для того, чтобы понять, как они видели Христа, что Он значил для них, и ввести христологию также и в современный им философский контекст, исторические обстоятельства, чтобы действительно понять их воззрение. Я думаю, что сначала целью всего предприятия было то, что Грильмайер хотел показать, ну или, по крайней мере, такова была его гипотеза, что до того, как ислам вышел на историческую арену, апостольская керигма сохранялась. Хотя и на разных языках, в разных терминологических системах. Но эту мысль нужно доказать. Нельзя полагать, что это так до того, как проведено исследование. Поэтому Средиземноморский бассейн, как ему это виделось, был христологическим. Он хотел показать, что, несмотря на разделение, первоначальная керигма, изначальная проповедь сохранялась. Конечно, это имеет значение, например, для диалога с другими церквями, не принявшими Халкидонский собор. И стоит провести основательные исследования, чтобы понять, насколько можно в этом разобраться, каковы познавательные границы ученого в данном случае, и каким образом возможно понимать различные вопросы, каких опасностей стоит избегать. Наконец, чтобы понять, что проводить серьезные исследования стоит для того, чтобы действительно разобраться в этих вопросах. Вы многократно бывали в России и встречались с нашими богословами, разговаривали с ними. Вы видите, что наша богословская наука, особенно патристика, переживает возрождение.
Не могли бы вы, как западные ученые, поделиться своим мнением по поводу исследований по патристике? Я очень ценю это возрождение, это возобновление исследований. The Orthodox tradition is so near to the Fathers, to the patristic tradition, so it's very useful. Оно очень важно, ведь православная традиция так близка святым отцам, святоотеческой традиции. And to live really, to live from it, and in also in reflection, philosophical background. Очень полезно открывать для себя богатство святых отцов и действительно жить в нем, еще и осмысляя и рассматривая его в философском контексте, чтобы лучше понимать вашу собственную веру. Приятно видеть, что происходит очень быстрое развитие. Я на самом деле очень этому рад. У каждого свой путь, а так как у вас тесные контакты с другими учеными, я думаю, это очень помогает избегать неправильных подходов. Мне также кажется, что это хорошо, что у различных церквей действительно самостоятельные традиции, в которых они живут. Например, Восточная православная церковь считает себя верными традиции своих отцов, и я бы настойчиво советовала, чтобы они на самом деле изучали ее и делали бы это научным образом. Потому что нам нужны доказательства того, что они верно понимают отеческую традицию. И последний вопрос. Святые отцы жили много лет назад, сотни лет назад. Что они могут сказать людям в наши дни? Нужно сказать, что размышления святых отцов обычно очень глубоки, гораздо глубже, чем те книги по богословию, которые теперь читают, особенно касательно троического богословия и христологии. Эти дискуссии длились веками, и это очень тонкие дискуссии. Но из них можно многое узнать, где лежат опасности и границы для нашего понимания. Это может помочь избежать ошибок в собственной вере. Они стремились жить по своей вере, они также были, некоторые, конечно, очень близки к самым истокам нашей традиции. Поэтому их стоит читать. Это чтение дает каждому смелость идти своим собственным христианским путем.